Привет, братишки и сестренки, с вами Никфрост. Добро пожаловать в сетевые турниры Войны Фракций в мобильной версии МК. Значит, Санта-Клаус пишет такое: можешь сыграть отрядом моим, пожалуйста. Короче, не запятых, нифига. Все маленькими буквами. Только М с большой, ну, я так понимаю, потому что первое слово пишется с большой буквы, и это автоматика, наверное, ему помогла. Можешь сыграть отрядом моим, пожалуйста, ассасин Китана, хищная Мелина, алмазный Джейсон Вурхис, неодержимый. Сейчас будем разбирать, что он просит. Ну, я на всякий случай скрин себе добавил. Значит так, первым, ассасин Китана, хищная. О, погодите, Китана, хищная, тут где-то запятая потерялась. Ассасин Китана, есть. Хищная Мелина. Есть. Как их тут поставить? Китану сюда, Мелину сюда. Джейсон Вурхис неодержимый. Это кто? Вот этот, наверное. Неудержимый. Там слэшер, а тот, который преисподняя золотой, тот у нас как называется? Слэшер. А этот неостановимый, но он пишет неудержимый, значит неудержимый. Да, я думаю, это оно. Так, ладно. 69, значит, делаем Китану самой, ой, Китану Мелину самой страшной, самой сильной, как обычно у Николая. Пусть она с родными шмотками будет, окей. Броня, ей нужна броня есть. Что я еще ставлю? Экономию приема есть, пока так. Далее смотрим. Джейсон Вурхис. Так, что он хоть делает? Уклонится от всех приемов, оглушает противника, кошмарных персонажей будут неблокируемы. Окей. Так, а кого там делать сильным? Китану или его? Китану или его? Ну, пусть пока он будет вот так. Со своей личной бронёю. И что ему? Я не знаю, что ему еще тут сделать. Пояс тени, я не знаю, что делает. Может, типа, быстрый набор, вот это? Или какой-нибудь камень Сосунга? Уменьшает расход силы на все спецприемы. Бонус к лечению. Вся команда противника теряет здоровье только в войнах фракции. Если владелец побеждает персонажа, вся команда противника теряет здоровье. Вот это да. Я хер его знает. Или вот это на набор. Не знаю. Без разницы. Рандомно. Можно знаки вопроса. Знак вопроса, вопроса, вопроса. И здесь тоже. Китана. Китана у нас получает то, что осталось. Так, какую-то броню какую-нибудь. Тоже экономочку. У меня все по старинке, я ничего не меняю. Экономию и свою шмотку. Ее обещу найти, где она. Ее вееры. Вееры, по-моему, китаны. Тра-та-та-та-та. Не вижу, блин, где они. Вот это что ли? Кибер... Нет, вот. Не помню, что они дают, но что-то там с критами связано. Так. Не блокируем, окей. Вот такая странная команда, тут она 80, это по жизни не очень мы крутые, погнали. Сейчас будут одни алмазы в соперниках. Очень такие вкачанные, по жизням нормальненькие. Ну, мы будем в основном будем бить Мелина, а эти чисто для красоты. Чисто для красоты, обычно один боец у меня все разруливает, остальные там подмога. Что ж, Санта-Клаус, спасибо тебе за отряд. И мне кажется, что мы, если дойдем в боец 2, то это, конечно, будет неплохо. Но что-то мне кажется, что не дойдем. И поскольку там мало времени осталось, надо будет еще сыграть разочек кем-то. Кем-то. Я, блин, не знаю. Вот это давайте. Ты. Было бы неплохо, если бы вышел рептайл, а не шалкан. Было бы неплохо. Но с другой стороны, в принципе, можно и шалкана. У него можно отобрать силу, а можно выпустить Джейсона. Есть много вариантов решения проблемы. Ха-ха, прикол.
типа убил. Плохой мальчик, плохой. А, вот этот тупой мальчик. Плохой, тупой, оглушен. Да, оглушен. Тут много вариантов. Можно выпустить Титану, Мелину. Короче, когда куча бойцов вкачанных. А ну на сотенку. Можно было против Шаукана действовать иначе. Выпустить Мелину, ой, Мелину, Китану и дважды вторым, не, первым. Ну, можно было попробовать вторым, но вряд ли бы она завалила. И дважды первым отобрать у него силу. То есть, можно было выпустить Джейсона в надежде, что он контратакует на втором приеме Шаукана. Ну, как видите, там 50% там было написано, да? То есть, не всегда получается. Ну, у меня не всегда, а компьютер всегда. Там, я не знаю, из 10 этих, возможно, один он пропускает. Так же, как, по сути, Джейд. Почти все эти она отбивает атаки. Вот сейчас у нас будет интересный бой. Хотя, я что подумал, дождусь, наверное, пока сейчас Мелинка подкопит этот самый. Даже если бы она... Ой, блин, не тот нажал. Даже если бы она отбила, пофиг. Что тут с ним сделать, я не знаю. Ого, как у нее сила копится. Нормально, надо было ей это. А что я там дал третьим? Только бдум, и по хлебальнику получил. Регенераст, а? У нас два регенераста. Ultimate. Что у него там написано? Так, как с этим бороться? Я не знаю, если честно. Не знаю. Много тоже вариантов. У меня все еще идет регенерация. Вон там рентген готов. Тот хрен регенерирует. Скорпион как огурчик появится. Ту-ту-ту, это было, конечно, обидно. Можно было бы ее проще убить. Это было обидно. Но видите, у моего бойца был прием зажат, а она вышла и выполнила спецприем. То, о чем я каждый раз говорю, что если у него накоплено на выполнение приема, он его сделает. И посрать им на то, кто у тебя, что у тебя нажато. По идее, там я должен был выиграть, у меня там была дофига силы. Можно было ее заплевывать, тут джейд как хочешь. Но нет, она вышла, выполнила прием. Регенерация. Че, второй раз подряд? Так можно и проиграть. Что, блин, происходит? Что, блин, происходит? Так, я не знаю, не хватит. У него идет регенерация, мой рентген, ему не хватит. А он встал и пошел. Тут сейчас будет опасно. И вместо того, чтобы уклониться, он, блин, принимает на грудь его удары. Ну что за тупняк, а? Так, тут я не знаю как. А, тут мы сейчас меняемся, не даем ему это самое. Пусть он регенерирует, но мы не будем давать ему силу набирать. Что за фигня? Тут почему я отжал? Просто вдруг он далеко отойдет. Тут главное, чтобы он меня не подтянул. Это хорошо. Какой сложный бой, ёкаламэне. То ли я сильно расслаблен, что так их теряю, не знаю. Не знаю, что сказать. Может, давно не играл. Снова та же херня. Те же яйца, только в профиль. Блин, а имя какое? Вы видели, какое длинное имя? Он там чё, блин, эссе написал на тему, как читерить в Mortal Kombat?
Капец, что-то там еще... Разве надо запрещать эти спецсимволы? Там у него, по-моему, даже двоеточие было. Сейчас мы глянем. В начале боя, а что тут, кто тут? И что там у него написано? Ох ты ж, ё. Зацените, что там написано, ё-моё. Что такое ворст, надо посмотреть. Самый типа херовый игрок в мире, наверное. Типа какой-то наезд на меня. Самый херовый игрок в мире. Так. Он бы еще в кавычки взял. Бьет просто капец. Это бабища. Просто колоссально. Офигеть, она регенерирует. Просто, блин, прелесть. Трум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. Нормально. Ну, он тоже выжил. Так, тут у нас есть несколько вариантов развития событий. Событий все время долбить первым приемом отбирать силу. Или же попытаться рентгеном. Рентген не убьет, но покалечит. Смотрим. Зато они валят просто, по-моему, чересчур. Ну что, второй прием отобрал всю полоску силы? Да умри уже, сука. Ой, кому-то не повезло. Я даже не буду париться со вторым приемом. Я там, понятно, один удар у нее оставался, но... Пусть получает рентген. И самый наш умник с циферкой 1 еще и в придачу. Наверное, у него таких аккаунтов еще штук 100. Что-то там вякал-вякал по поводу игроков. И был, скажем так, не анально, но покаран. Вот еще один умник. Короче, та же песня. Та же песня при игре алмазами. Вот зацените, первый уровень. Молодец, молодец. Спросите, читер ли он? Конечно нет. Ну с чего вы взяли? Ну, конечно он не читер. Просто опытный игрок. Он там, по-моему, у Игоря был цикл роликов, по-моему, уже второй или третий раз. Путь новичка. Во, блин, людям делать нехрен. То аккаунт там потеряет, то еще что-то заново начинает. Так вот, у него очередной путь новичка, но ему до вот этого фак МКХ, как, я не знаю, как мы говорим, як до киеварачки. Вот чувак на первом уровне и уже нормально вкачан. Вот, вот ему надо писать ролики, как... Как круто нагибать. Мы не будем его убивать вторым приемом. Это связано с выходом скорпиончика, который получит от нас сам вторым приемом. Да что ж такое? Что ж такое включилась регенерация, блин? Что ж такое вот все робится в тему свете? Ты не убежишь, потому что я зажал прием. Ага. Минус. Блин, что происходит? Че она стояла? Зажата была кнопка. Юсак, сам такой. Видите, у меня была зажата на отбор силы. Но компьютер выполнил первым. Вот так мы и проигрываем. Impressive, но сусейшн. Ого, малой там это, малая сейчас играет Craft the World. И я слышу, что-то там на нее то ли напали, то ли что, эти гномы орут так, что я слышу, она в зале сейчас играет на ноутбуке, а я в своей комнате закрытый. Я слышу, блин, вопли этих гномов аж сюда. Что-то аж мне захотелось с него поиграть, но я думал, что у него на Android выпустят и забил. Я когда-то играл в раннем доступе в него, но он мне надоел. Я играл, когда у меня не было видеокарты, когда я старую обычно продаю, а новую жду. Пока она там приедет или появится на складе, или на рынке, в Украине, еще где-нибудь. И то я играл в них в раннем доступе, там с женой на 2 часов 100 мы в них наиграли, и они мне надоели. Потом я видел, что они вроде как на iOS делают релиз, я думаю, опа-на, наверное же на Android выйдет. Так оно на Android и не вышло, хотя и там самое место. Управление удобное. Примитивное. Так, что мы с ним сделаем? Там особо никого страшного нет, кроме долбанного шалкана. Ну, в принципе.
FC Group, групп 40. Что еще за группа 40? Так, ради разнообразия выпустим. Только ради разнообразия. Тут просто... просто... Что? Откуда ты взялся? Кусок мяса, блин. Второй прием у нее сильный. Можно было ей дать молот. Он ее валит на раз-два. Только чпок и нет бойца. Сказал Шаокан. И второй или рентген? Вот в чем вопрос. Вот так дочь батю завалила. Все они тут родственники в Mortal Kombat. Что-то там она сама себя бьет, я вижу. Вы видели? Что-то его бьет, а какие-то значки вокруг нее появляются. Что-то это фигня какая-то. Снова у нас много вариантов убийства его. Давайте рентген. Возможно, способ не наверняка, но... Я мало рентгенов видел. Да, талант его не спасли. So much blood. Excellent. Так, 54 уровень там кто-то получил. Все, типа конец. Я всегда вот этот момент упускаю, когда пятая битва. Порынаю, так сказать, в процесс. Так, а ну что, мы тут что-то можем... Блин, куда? Где-то я тут в задницу что-то покупаю. Ага, когда ты уже апнешься, елки зеленые. Соединить. А могло быть все вкачанным, проводя в игре больше времени. Девятый, один остался. Один, а потом будем вкачивать кровавую броню. Не кровавую броню, что там перед ним? Перстень Синдл. Ой, блин, тут еще сколько всякой фигни. Ну ладно, но сперва пояс тени. Пояс тени, пояс тени. Я боец один, блин. А сколько времени тут осталось? 5 часов 45 минут. Даже не знаю, буду я еще играть или нет, но Санта-Клаусу я говорю thank you very much за твой отряд. Было забавно им сыграть, хоть я не люблю, как вы знаете, мешать всяких там преисподнюю и тому подобное в общую солянку. Что ж, всем спасибо, с вами был Ник Фрост, до новых встреч на канале, пока!